Тело. 10 апреля. Пиздец, солнце приходит. Село. Покажи. Солнце только что село. Блять, солнце село. А горы вот эти, они должны быть ниже нас, по идее. Блять, это ебеня, блять. И мы сегодня будем ночевать вот где-то вот в той кучке. Вот в том сугробе, короче. Где-то вот в той кучке, блять, сугробчики. Там дырочка образуется, типа пещерки, блять. Если там нет камня. Если там нет. Мы тогда выживем, блять. А вот там в ебенях внизу люка. Под нами метров 350. Если не 400, да? Не 400, нет. 350. 300. Он там, вдали, озеро Балантамур, а ближе, в зоне леса, Илюха, блядь, с костром. Ну, без бабы, правда. Но, блядь, при еде и при костре. А нам туда, покажи, куда нам. А нам, блядь, вон туда, в ебеня. И только мы туда попадем еще завтра. 150 метров. Пиздец. Ночевка. Я хуею, это будет вторая, это Вася. Моя холодная. Познакомьтесь, это Вася. Это не холодная ночевка, у нас есть горелка. Ну, блять, уже заебись, что горелка. А так и у нас даже есть спальники, вот наши спальники. Рюкзаки, блядь. Вот они, вот на какой спальник у нас. Подождите, специально для Аленки. Лёля, сегодня ты, конечно, не с нами, и ты не ночуешь, как в 11-м году на горе, но вот твоя вещь-то здесь, вот она. Вот она будет помнить. Всё. Фотоаппарат. Чё ты делаешь? Успокойся. Я хуйней страдаю, честно скажу. Ну ладно. Полезли дальше.